Какой сегодня прекрасный день, разрешаю вам ничего не делать. Ого, спасибо большое, Елизаветочка Поносная, интересно, братан, с чего вдруг она такая добрая? Фиг знает, братан, может у нее день рождения? Я спрошу, Елизаветочка Поносная, а почему такая добрая? Говорю же, Игорь, потому что сегодня прекрасный день. Всем он прекрасный, это на улице холодно и дождь. Я пока до школы дошел, у меня, я извиняюсь, что вообще в хлам замерзла и куртка вся насквозь. Игорь, погода никак не влияет на прекрасность этого дня. У вас что, сегодня день рождения? Нет, с чего ты взял? Да просто так спросил. Не, братан, нифига, у нее сегодня нет дня рождения. Тогда почему она такая добрая-то? Не знаю. Братан, погляди в интернете, какие сегодня праздники. Я поглядел. Окей, ведроид, какие сегодня праздники? Так, день работников уголовного розыска. Не, не подходит. День напутствия улетающим птицам. Тоже не подходит. День сделай что-нибудь приятное. И этот праздник не подходит. Так, что тут еще? Всемирный день учителя. Подходит. Блин, братан, мы училку забыли с днем учителя поздравить. Елизаветочка Поносовна, поздравляем вас с днем учителя. Спасибо. Интересно, что за подарок наши родители приготовили Елизавете Поносовне? Сейчас я у мамки спрошу. Мам, привет, а о чем мы от класса будем дарить Елизавете Поносовне на день учителя и когда? Отправлено. И это, братан, как думаешь, что-нибудь крутое дарить будем? О, ответила. А когда день учителя? Вообще-то сегодня. Отправлено. Капец, Елизавета Поносовна ждет, что мы какой-нибудь подарок подарим на день учителя, а мы нифига не подарим. Так, класс, давайте скидывайтесь, кто сколько сможет на день учителя Елизавете Поносовне. Деньгами подарок сделаем. Ну чё, Костик, сколько набралось? 63 рубля 50 копеек. Капец, кто 50 копеек положил? Я думал, ими уже никто не пользуется. Маловато, блин, и чё делать? Ну, ты ещё не сдавал деньги. Сдай, и побольше будет. Я вообще-то конверт сделал. Капец, ты смот. Ничего я не смот, просто я все деньги в столовке прожрал. Елизавета Поносовна, мы от всего класса хотим вам сделать подарок на день учителя. Ну, наконец-то, ой. В смысле, серьезно, мне подарок? Дерзайте. Большое спасибо. Какой конверт тяжеленький. Наверное, много купюр туда положили. А это что такое? Это 63 рубля 50 копеек. Подарок от всего класса. Был прекрасный день, а стал день говно. Еще раз вас с днем учителя. Спасибо.